нас на этот великолепный концерт. Бурные аплодисменты Михаилу Бровочке. Светило! Светило всея самбо-движения Санкт-Петербурга. Аплодируем. Самые красивые девушки в перьях. Аплодируем. Молодцы. А, на самом деле это не совсем так, что я пригласил Ивону на наш концерт. Это неправда. Это наш совместный проект. Мы уже давно думали, как бы нам вместе поиграть, потому что вот мой коллектив как раз репетирует на точке коллектива «Семь сказок». Вот, я говорю, давай как-то вместе поиграем, давай. Стали обсуждать, в каком бы клубе нам поиграть, там, ну и в общем на сердце сошлись. Так что это не то, что я пригласил его, это наш совместный концерт. Поэтому аплодисменты всем. Счастливо. Спасибо, что вы пришли. Да? А что? Ну погоди, мы ничего не умеем. У нас был рыбак, это наша самая крутая композиция пока что. Спасибо, ребята. Кстати, кто хочет участвовать в параде барабанщиков? Что все молчат сразу такие? То есть там круто, мы идем по Невскому проспекту, миллион людей на нас смотрит, а мы идем. И барабаним, кстати, еще. Пришлите мне в личку, то есть... Бессмертные барабаны. Бессмертные барабаны, да. Так что это уже скоро, 26 мая, давайте соберемся, 100 тысяч барабанщиков из студии перкуссии Вон и Фрейдма. И, соответственно, мы идем барабаним вообще счастливы. Спасибо, ребята.